Получение паспорта в торжественной обстановке в округе Пушкинский стало уже доброй традицией. На протяжении нескольких лет каждый месяц в ЗАГСе подросткам вручают главный документ. Все это сопровождается музыкой, подарками и поздравлениями. Со словами напутствия к ребятам обратился заместитель начальника отдела по работе с молодежью Александр Брынцев. И хотелось бы, наверное, детям, которые получают сегодня свой первый взрослый документ, пожелать, чтобы, наверное, сказать, чтобы помимо своих прав, чтобы вы понимали, что справляются новые обязанности. И самое главное, чтобы вы хранили свой самый главный документ бережно и аккуратно. Спасибо. 10 подростков получили свои первые паспорта. Во время церемонии юным гражданам Российской Федерации рассказали о важности этого документа. Также им подарили конституцию и обложку для паспорта. А ученица Пушкинской школы номер 1 прочитала патриотическое стихотворение. Подмосковье, веселье и спаситель, край культуры и мирных забот, сердце Родины, гордость России, духа русского мощная плоть. В конце всех ждала традиционная викторина «Что ты знаешь о паспорте?». Отвечать на вопросы подросткам помогали их родители. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.